За 2023 год Карачаево-Черкесия приняла 2 миллиона 103 тысяч туристов, что значительно превышает показатели за 2022 год, почти на 10%. Неизменно самыми популярными зонами отдыха остаются курорты Домбай и Архыз, а также туристические комплексы «Медовые водопады» и «Мара». Домбай посетили 961 тысяч туристов, 150 тысяч, из которых провели первые дни 2024 года. Как организована работа служб, призванных обеспечить качественный, самое главное, безопасный досуг туристов на снежных склонах Домбая, узнавал Ахмат Халкечев. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного Кавказского хребта, открывающиеся со склона горы Муса-Читара, еще раз убеждают в правильности выбора и тех, кто посещает Домбай впервые. Едем под впечатлением, мы на автомобиле сюда ехали, красота, вот, как бы сбываются мечты, да, пейзажи какие, это необыкновенно, это не передать словами, это надо почувствовать. Снежки успели покидать? Да. Ну, как тебе в целом здесь вообще находиться? Ну, нравится, только снеговика мы не можем слепить, тут он такой мягенький, снежок. А, не совсем такой, как у вас? Другой, ну, да? У нас его нету сейчас. У нас нету снега. Незабываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых, и поклонникам горнолыжного спорта в этом сезоне здесь обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих, 3 синих средней сложности и 4 красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. Здесь ровненько, красивенько, уже все разглажено, так что вообще одно удовольствие кататься. Сколько времени отдохнули? Ну, мы где-то, наверное, на большой трассе с часов 12. Вот, кстати, наверху есть классная кафешка, если хотите посидеть. Это очень вкусные кочины. В конце 2023 года на курорте Домбай ввели в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курортного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Они оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонения спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для предотвращения эрозии. Ну а для тех, кому еще рано идти за адреналином на горные склоны, организованы менее экстремальные развлечения. Как вам Домбай? Очень классно. Очень классно. Природа такая. Да, красиво очень. Какие развлечения для себя здесь открыли? Тут мы катались на плюшках. Очень, да, много, очень, а там круто. Нет, поели хачины. Ну как вам хачины? Очень, очень вкусно. Впервые в Домбае? Нет, не впервые, уже, наверное, раз третий. А каждый год приезжаете? Да. А на чем катаетесь? Ну сейчас будем, наверное, кататься на каких-нибудь лезянках или что-то типа того. Может, на плюшках зимних. По уже сложившейся традиции последних лет специалисты регионального минтуризма прогнозировали значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статистических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, лыжных патрулей и спасательных служб. При этом, если данная тенденция сохранится, к следующему сезону без кардинальных решений будет не обойтись, уверены работники туристической отрасли. Ахмат Халкечев, Михаил Аракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай.